Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, 100 тысяч кредитов забираем. Тут тоже забираем, всего лишь 2 награды. Так, закончился рейд. Ну, более-менее награды. Такс. Ага, еще здесь рейд закончился. Окей. Так, посмотрим, что у нас на почте. Заканчивается экстремальное. Угу. Это все понятно, блин. Что она заканчивается, а толку-то от этого. Так, давай награды заберем. Так, ну что, героев сегодня открывать мы не будем, ребята. Это я не накопил достаточное количество кредитов для этого, точнее карточек. Что у нас тут, заберем. Сейчас у меня немножко в другом проблема. Ребят, я должен прокачать персонажей. Сейчас скажу тебе, подожди, сейчас здесь бой сделаем. Но давай быстрее симуляцию свою проводи. В общем, какова суть? Подожди, я что, забыл заграть? Ага, награду-то не забрал. Сколько там еще надо? Одну, да? Еще одну битву провести, и все, и будет задание выполнено по полной программе. Так, а чем мы тупим-то? Мы можем же сразу сейчас и сделать этот поединок, чтобы не откладывать это на потом. Все? Да, по-моему, все, ребят. Забрал я награды. Все, к этому событию больше мы не возвращаемся. Так, в суть, в чем, друзья мои? Нам нужно, точнее, мне нужно проходить эпическую кампанию. И именно темное измерение, но уже не третье, а четвертое. Но для того, чтобы его пройти, мне нужно 5 персонажей со шмотками. Как ты видишь, 15-й категории. То есть мне в ближайшее, что светит, это Халка прокачать и Кроссбоунса. Но у меня не хватает нужных элементов для этого. Поэтому надо будет собирать, копить здесь, друзья мои. Вот здесь вот. Я ничегошеньки не смог собрать. Просто разносили в пух и прах. Поэтому я обломался и с Архангелом, и с Красным Халком. Короче, вообще не получил их. Даже ни одного, так скажем, осколочка. Так, ладно, что у нас там дальше-то? Давай посмотрим. Так, чтобы Халка прокачать, нам надо, ну, вот этих вот 25. Дофигища, на самом деле. На Кроссбоунса нам нужно прокачать уровень до 80-го, да, получается, как минимум. До 80-го. Качать, качать и не перекачать. Вот как бы это назвал я. Так, хорошо, идем в припасы. И давай забирать все, что у нас тут открылось. Что у нас тут есть. Так, это денежная была. Здесь у нас, наверное, я заберу вот это вот. Хотя надо на мутантов было открывать. Так, здесь что? Это откроем. Забрали. Так, смотрим дальше. Фиолетовые. Вот они, эти, кстати, штуки, которые мне нужны. И ни одной не выпало. Зашибись. Круто. Они же, по-моему, да, ребят? Опять ничего нету. Опять ничего не выпало. Так, 13 этих открываем. Так, и получается 2 бирюзовых. Вроде бы, нет, не все. Так, у нас еще бирюзовое уникальное снаряжение. Так, и последнее это здесь, да? Понятно, гравитон. Нам выпадает гравитон. Так, ну что, здесь, наверное, как обычно, по стандарту. Фила Вэл. Прокачаю чуть-чуть. Так, здесь пусто. Здесь есть что-нибудь у нас на платежок? Нет, у нас уже от 150 как минимум идет. Так, получаем здесь 6 сфер на открытие. И получается еще, ага, вот. На буяны я, наверное, открою. Так, ну что, вроде бы здесь все. Теперь забираем наши ежедневки.
наши ежедневочки. Так, купить припасы 3 раза. Погнали покупать. Возьмем вот это вот. Вот это возьму. Так, это надо будет прикупить. Ну. Так, наверное, книжечки. Ну и вроде бы... Давай вот это еще возьмем. Этих вообще ноль. Ну и вот это. Пока все. Пройти 2 испытания. Поехали на испытания, друзья мои. Ух, как много. Интересно, а почему здесь я не прошел? Дай-ка я гляну. Ну, в принципе, команда неплохая. Может быть. Да и левых здесь как бы... Не, вот этот вот левак. Но я его, ребята, оставлю. Просто хочу пройти это событие тоже на 3 звезды, чтобы уже фул награду забирать. Единственное, что проблема может в противнике сейчас у нас получиться. Если противник будет слишком сильный, то, конечно, я ниши шарики здесь не выиграю. Но постараться надо. Ну давай, давай, прогружайся это быстрее. Что ты там тупишь? Что там задумался на 99%? Так, победите всех меченых врагов. Но меченых я вижу здесь кто? Ага, ну погнали. Ну судя по тому, сколько моему хп ставили, это ватник будет. Еще тот. Давай, усиляй команду. Хэлла, да, Хэлла здесь, конечно, будет меня немножко нервировать, если честно. Что-то такая скорость у нас тут бешеная. Так, давай циклопа валим. Массово. Так, этого танка надо валить. Вау, 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 тише, тише, тише. Блин, вот они, 2 меченых этих. Вот они, 2 меченых. Так, хреново дело. Блин, я провокацию на него взял. Ой, дурик. Блин, вот эта стерва сейчас будет бомбить. Жестко. Да ты-то там успокойся, блин, хиляет, блин. Блин, кого у нас там массовая атака? Мощная. Ну, у меня только у стервятника, по-моему, мощная и... Блин, что-то у нас дебафов столько навешано. Надо, по идее, псайлок валить. По идее. Поехали. Так, гамор развалили. Нифига ты видел, там стрельба какая-то идет. Вдалеке. Ракетки-то там выпускает кто-то. Так, давай псайлок тогда завалим. Угу. И вот этого теперь нам нужно охламона валить. Так, мы ему повесили замедляху. Лишь бы этот сейчас провокацию на себя не взял, а то... Неудобно получится. Этот постоянно, что ли, будет атаковать на любую атаку? Ну, по ходу дела, да. По идее, должна победа уже быть. Да, друзья. Блин, кто фат открывает апокалипсис. Кто-то открывает апокалипсис, а у меня его вообще нет, ребят. Да какой? У меня даже ни одного всадника апокалипсиса нет. Не то, что там про... Про самого апокалипсиса говорить. Но зато это событие я прошел полностью, поэтому теперь будет награда у меня фуловая здесь, получается. Это как раз... Что у нас там идет? Денежная сфера, да? Да, денежная сфера и сами деньги. Отлично.
Так, идем сюда. Ну, здесь у нас по полной. Так, здесь. Ну, здесь я, ребят, пробовал. Что-то мне не хватает духа пройти. Так, подожди, что-то не туда зашел. Тут уже попытки закончились. Так, здесь у нас тоже по полной. Здесь тоже по полной у нас все. Но здесь немножко не хватает, чтобы фуловую награду получать. Так, ну что, это все. Испытание здесь пройдено. Забираем. Так, дальше что? Вклад. Сделайте вклад. Так, так, так. Подтвердить. Технологии Старка. Может быть, нам лучше мутанты, раз мы мутанты у нас. Халк же мутант. Нам как раз понадобится его сила скоро. На событиях, так скажем. Тю-тю-тю-тю. Так, рейды, это все понятно. Опа, соточка. 150, да, я говорил? Начинается со 150. То есть сейчас мы можем с тобой кому-то заработать звезду. Кому-то заработать звезду и Халку влить сферы на опыт. Кредиты, я имею в виду. Чтобы он ближе к 80 уровню стал. Так, ну это ерунда. Тут ничего все равно хорошего нету в этой сфере. Она слишком слабая для меня. Дает там 2 звезды, 3 звезды, 4. Естественно, мне нужно там, где от 5 и выше. Денег зажали. Так, и последняя сфера. Это на осколки. Так, катализатор. Давай, наверное, я возьму вот это вот. Так, здесь у нас, ребята, еще припасы. Мы можем сейчас приобрести, ну, вот этого однозначно. Икариса, я уже говорил, что я прокачиваю. И, блин, мистерию что ли докачать? Или саблезубый? Ну, в принципе, мне и саблезубый нужен докачанный, и мистерию, если честно, ребят. Ну, давай саблезубого возьмем пока. Саблезубого попробуем докачать, а потом уже и мистерию. Так, и здесь, блин, тут уже куплено. Хеймдали, что ли, покупать, или... Дрожь, давай дрожь, наверное. Надо вот их прокачать, этих дрожь, всю эту шелупень, которая уже фиг знает, сколько у меня висит, и до сих пор не прокачки. Так, со 150, кому звезду впаять? Но у нас тут только 3 выбора, да? Америка Чавес, Джубили и Штурмовик Щита. Штурмовик Щита золотые. Значит, скорее всего, давай Джубили. Нет. Америку. Америку Чавес. Сделаем вот так вот лучше. Так, ну и что дальше? Здесь, ребята, тоже сколько смог пройти, столько прошел. Дальше как-то у меня не получается. 14-ю клетку я бы прошел бы на изи, ребята. Тут вот жестко, что-то многовато персонажей. И причем команду-то дали. Вот, вот такой командой. Тут же только 3 персонажа, ребята, дают, и ими ты должен проходить. Офигеть, против вот такой команды. Здесь еще можно было бы, наверное, разрулить. Дальше опять жестко пошло. Дальше все жестче, жестче. Это тюрьма. Побег из Килна. Так, здесь я заберу тогда. И вот это вот тоже, ребята, не получилось у меня здесь отбегать, потому что я так и не получил ни санспота. У меня только кто здесь? Только змей достался мне. Только змей. Все, ребят. Этого, блин, не получил. Форджа.
И, соответственно, Санспота тоже у меня не было. Поэтому это событие, ну, элементарно, ребята, не смог играть. Так, сейчас еще здесь вот заберу. Да, 120, нет у меня 120. Так вот будем делать. Фу-фу-фу-фу. Забираем. Так, что у нас там? Рейды, рейды, рейды. Ну, пойдем в рейды сходим. Хотя, подожди, сейчас, секундочку, ребят. Наверное, мы... Стоп, сюда, скорее всего, вольем, да? 80 уровень там надо было. Ага. Так, категория шмота 15. Ну вот как бы еще, ребята, один персонаж у нас готов помочь. И вот теперь Халка надо. Ну Халку, я еще раз говорю, ребят, нужны вот эти вот сферы. Они, по-моему, каждая стоит 250. Да, 250. То есть 500, у тебя только 2 сферы. А, 6. 3 штуки, да? Угу. Че ты мне тут обновить нажимаешь? Я не хочу ничего обновлять, зачем? Вот, 3 сферы. То есть если еще 3, то это будет уже 6 сфер приобретенных. Да все равно дофига, ребят, надо. 12 плюс 6, это будет 18. И это еще 7 надо будет. Блин. Ладно. Пока все, да? Пока все. Но, опять же, нужно именно 5 персонажей. Меня с 4 не пустят. Я, конечно, сейчас проверю. Чисто для себя. Блин, все время туда. Но, по-моему, нужно именно 5. А, нет, смотри-ка, впускают ребята в бой. Ну что, рискнуть? Такой командой, блин. Из этой команды у нас только кто? Пустельга и Железный Человек норм. Сейчас посмотрим, сколько тут противников. Сколько тут, блин. Какой уровень у противников. А дальше там, по-моему, уже потребуется 16 уровень снаряжения. По-моему, так. Ну сколько? 15, да? Так, пир из этого всегда использует свою способность. Марвел, блин. Зашибись, они, короче, все используют свою способность. Молодцы. Лучше, блин, не придумаешь. Еще и слепоту на всех повесили, прикинь. Офигенно. Давай, раз ты слепой, пока призывай этих своих. Он промахнется, фигню сделал. Будет промахиваться, ребят. На нем слепота висит. Провокацию я брать не буду. Иначе кроссбоунса быстро запинает. Хиляй. Такс, ну что, он тоже слепой, слепой у нас или нет, я не вижу. Блин, провокация, тут понятно. Кого он будет бомбить. Вот гравитон, вшивый. Так, давай дебафы себя снимем все. Вот Марвел тоже, кстати, надо валить. Блин, смотри, все на кроссбоунс начинают нарваться. Да ты заткнешься или нет? Нифига ты там раздухарился. Ублюдок, блин. Как ты мне достал этот пир, блин, со своими огнеметами дебильными. Давай, призывай.
Усиление, усиление, будем усиляться нафиг. Зря я, конечно, кроссбонса сюда поставил. Вообще не в тему. А, блокировку, да? Нет, не успел, ребята, сделать. Он обычно блокирует способности. Ну, молодец. Надо бомбить пира. Его эта огненная атака меня почему-то напрягает. Так, ну что, красотка, теперь твоя очередь. Хиляемся. Ну, это регенерацию. Во, нормально сейчас. И ведь выжили же, а? Ультимус мне нравится. Ой, Ультимус, как его звать-то, блин? Альтрон, Альтрон чем прикольный, ребят, что он вот эту вот армию может свою тут понавызывать, блин, и укажет усиление, там, бафает, то они, конечно, не по-детски. Так, ну с этой волной мы, возможно, справимся и даже пройдем, потому что тут осталось всего лишь 10 бойцов. Сейчас посмотрим, кто тут прибудет у нас. Так, великий ученый, какой, ага, великий ученый. Надо великого ученого, потому что это их основной лекарь идет. Его нужно обязательно вылить. Он и лекарь, и, по-моему, бафает еще при всем при этом. Вы завалите ее или нет? Это падаль. А эти в ответ контрят. Стрелки. Так, теперь надо псайла к нам, наверное, убирать. Но они, скорее всего, сейчас сделают что? Колос, скорее всего, сейчас встанет в провокацию. Он, наверное, не встанет, ребят, мы его завалим. Он от кровопотери сдохнет. Или мы его добьем просто. Блин, какой ты вот ватный кросс, я не понимаю, блин. Такой уровень, блин, и вообще ни о чем. Вата ватой. Он тестировал тоже, ребята, бесявая. X23. Как начнет свою серию атак, блин, хоть стой, хоть падай. Вот. Спасительница, блин, самый нормальный, ребята, бафер и защитник, как по мне. Да давайте вы уже там все бомбите. Я, наверное, на автобой, ребят, поставлю. А-а-а! Поставил на автобой, и это сразу провокацию на себя взял. Что-то у меня такое ощущение, что... Раз, два, три... Нет, все на месте. Так, Альтрон призвал. Пока все идет нормально. Ребята, их осталось всего лишь трое. То есть эту битву мы пройдем. Дальше я не знаю, справимся мы или нет. Конечно, если бы у нас был, например, здесь бы еще Халк. Ну, что я тебе мог сказать? Было бы все очень даже приятно. У Халка мощные атаки. Так, ну что, получили с тобой 300 кредитов и 8 тысяч денежных сфер. Это сколько? Ну, грубо говоря, это
Если по 2000, ну, 4 сферы денежные получится у нас. Так, ну давай посмотрим, что у нас там дальше. Ну тут уже и уровень. Ёпрс, это тут врагов-то там, блин, немало, ребят. Мне кажется, здесь уже все. Здесь не вариант, потому что там все за сотку идут. И там их дохренища. Там, наверное, 30, 35, 36 бойцов. Это... Но это сложно будет. Очень сложно. Я говорю, не хватает одного бойца. Мы сейчас проходим в меньшинстве. Единственное, что нас спасает, это Альтрон. Но опять же, ребят, если у противника будут враги с массовыми атаками, то, что там призывает Альтрон, это просто в трубу всю. Все уйдет. Вот так вот. Он уже, смотри, сколько хп отняли. Даже видно. Надо, конечно, лекаря валить. У них два лекаря. У них Марвел и Белка. Два медика, блин. А, у них еще тут Мбаку стоит. Твою налево. Но Кроссу хана, судя по его хп. Его сдует к чертовой бабушке. Объясните, почему не дали... Почему не дали Альтрону призвать бойцов? Вон, смотри, 34 воина здесь будет. Слишком жестко. Кто там? Я не понял, там пантера? А, там пантера еще, ё-моё. Как ты меня... Ну, все. Кроссу сейчас, ребята, у него даже защиты от смерти не было. Лишились мы еще одного бойца. Почему Альтрону не дали призвать, блин, армию, блин? Вот меня что интересует. Почему не дают-то, блин? Я не понимаю, почему не дают-то, блин, второй раз уже. А, запрет. Нет, это не запрет, это иммунитет, ребят. Ну, ты смотри, у нас уже у железного человека. Беда со здоровьем. В меньшинстве, в огромном меньшинстве сейчас в данный момент я играю. Пантеру валим. Так, Мбаку надо валить. Ну и, соответственно, Белку. Белку-белочку, блин. Слепоту повесил хоть куда-нибудь? Ну, он только на Белку повесил ее и все, в принципе. Как ты меня достала, а? Пакость мерзкая. Со своими белочками этими. Я не могу понять только одного. Почему Альтрону не дают призвать армию роботов? Че за фигня-то? Ну, понятно. Локи, зашибись. Нормальная тут команда собралась, я смотрю. Пипец просто. Локи плюс 2 Тора. Добейте Локи, пожалуйста, есть. Хотя бы меньше одним идиотом будет. Все, сейчас начнется. Давай-ка защиту поставим.
Видишь, у нас еще блокировка лечения стоит, блин, на железном человеке. Вот этот тур, я смотрю, что-то какой-то слишком мягкий. А ну-ка. Ну, конечно же, ну, конечно, блин. Молодцы, они... Посмотри, они призвали кого. Грута призвали. Офигеть. Нормально? Шмыгали вшивые. Блин, Сив там еще это. Ни к селу, ни к городу. Надо как-то. Или Грута. Блин, по идее, Грут. Ну, Сив возьмет провокацию, я знаю прекрасно же, блин. И этот возьмет провокацию на себя. Фиг пробьешь, блин. Я говорю, в меньшинстве, когда играешь, очень, ребята, не в кайф. Тут еще вот Проксима Миднайт. Короче, слишком дохрена, ребята, провокаторов. О, пошло, поехало. Слишком дофига провокаторов. Здесь, в этой команде. И что этот был провокатором? Теперь Сив. Потом, блин, возьмет Танос провокацию. Он уже, в принципе, в провокации стоит. Была бы здесь пустельга. Ой, ребята, мы бы их бы тут разносили бы. Просто на изи. Просто на изи бы разбирали бы их здесь. А тут... Тут я смотрю, вообще не айс. До Грута не достать. Слишком, блин, далеко стоит. Еще он бафает. Слишком далеко стоит, до него не достать, блин. Было бы на нем кровотечение бы висело, мы бы его бы уже ушоркали бы. Этот, я так понимаю, контрит постоянно, да? Разошлась, идиотка, блин. Вот об этом я приблизительно говорил. Все, что мы здесь с тобой напризывали, они своими массовыми атаками просто разнесли в хлам. Железного человека уже здоровья нету. Плюс ему не дают хильнуться. А все, снялся дебаф, да? Это Проксима еще тоже бесявая. Танос тоже лезет куда-то непонятно куда. А Тор, кстати, я что-то не заметил, чтобы Тор ходил у них там. Эти все ходят, ходят, а Тор... Ну что, давай добьем, наверное. Фиг там, добили. Я думал, что мы сейчас как минимум двоих-троих положим. Но нет. Вот так вот. И осталось их 20, да? Пока. Пока 20. Это еще... Блин, да еще дофига врагов будет. Дай-ка я, наверное, пока армию призову. Армию, блин, двоих призвал. Армию, блин.
Так, тут кто? Твою налево, опять эти 25. Гамора, все это мразь. Но у Гамора здесь нет возрождения почему-то. Нет, хорошо. Так, минус Гамора, да? Следующим кого надо? Наверное, тут две пантеры, да? Осталась одна. Так, 15 противников еще. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть этих завалим. Еще потом вторая половина придет. Вот так вот. Ну давай, хоть в слепоту, может, кого-нибудь вгоним. Одного только, вон ту пантеру загнали, и все. Что вот Ультимус вызывает, то есть Альтрон вызывает вот этих вот солдатиков своих, роботов. Они ни о чем, ребят. Может, хорош уже, блин, а? Как вот это вот начинается у них. Провокацию теперь этот взял. Твою налево, блин. Сдул. Отлично, Альтрон. Красавчик, хотя бы этого хламона сдули. Он же был как у них, как баффер. Это стерва, как ее там звать? Окоя, она меня достала уже, а? Смотри, без остановки, блин. То одна, то вторая, гадина. Так, убрали Тора. Блин, оглушили. Оглушили мою эту. А этот без хил остался. Ну ты посмотри, блин, просто без остановки. Вот, меня вот это вот, ребята, раздражает. Просто вымораживает. Вообще не дают даже сходить, блин. Сейчас Альтрон отдуплится, ребят. У него хп, смотри там сколько. Дай-ка я вот этого гада уберу отсюда, бесит уже. Проксиму эту тоже надо валить. Так, это должна дуплиться от кровотечения. В принципе, на ней три кровотечения висит. Поэтому Окои валим. Так, ну что, еще сейчас будет заряд, друзья мои. Еще заряд волны. Последняя семерка игроков, блин. Кто у нас тут? Ну, я вижу, кто у нас тут. Гамора. Опять же, Грут. Опять же, Окоя. Ну, вся вот эта шелупень. По-другому ее не назвать. Как-то мне дорого, а? Но вначале все равно валим Гамору. Так, это она была ослеплена, поэтому и не попала. Поехали. Окои добьешь? О, молодец, железный человек. Шансов у них мало, ребята. Их четверо остаются. Я даже, наверное, поставлю на автобой. Посмотрим. В принципе, правильно они делают, что начинает Грута валить. Его надо, потому что это баффер.
Его бы желательно, да, уничтожить как можно быстрее, чтобы он тут не мешался нам. Еще что мне нравится, когда они стреляют, они отнимают у них шкалу, наполняемость вот эту вот синенькую. Так, Грут улетел. Америка отдуплилась. И остается кто у нас тут? Черная вдова и Тор. Ну, Тора мы сейчас завалим быстренько, я думаю. Но если бы они захотели, они бы уже Тора вальнули бы. Нет, вот они начинают вдову бомбить. Все, минус Тор и минус вдова. Да, друзья мои, здесь тоже мы прошли. О, это хорошая, ребята, сфера. Это нам много дадут осколков персонажа какого-нибудь рандомного. Так, ну что, давай посмотрим следующее событие. Сможем мы подтянуть или нет? Сколько тут до... Ой, тут до... Ё-моё, тут до конца. А что у нас вообще за награды? Звездочки на Doom. А, нам доктор Doom будет доступен. Ну, Doom это как и Альтрон, ребята, тоже работает в основном на призовах. Слушай, ну тут, фу, тут уже... Тут еще круче, ребята, уровень идет. И если там... Около сотки было, 5,6 миллионов, прикинь? 5,6 миллионов, кроссбонсу, ребята. Блин, может за... Ну, как-то я не знаю. Он слишком ватный. А без него тоже нельзя, ребят. Иначе у нас и так он не полный состав идет. Я говорю, был бы у меня здесь бы Халк, быстрее бы все дело пошло. Ну, Халк, во-первых, у него регенерация идет. Во-вторых, у него отхил. Ну и плюс еще, все-таки у него очень мощные достаточно атаки. Ладно, сейчас... Ну, сольемся, так сольемся, чё. Так, здесь кто бесявый, ребята? Здесь у нас бесявый Капитан Америка, Феникс, ага, Дэдпул. Да все они, в принципе, гаденыши. Ну, начну я, наверное, с Черного Грома. Фига себе, они там узкие. Фига! Ты посмотри! Обалдели, блин. Они просто шкалу за 3 секунды себе вкачали всю. Нормально? Пипец, блин. И 46 против. Вы что? Вы их охренели, 46, блин. А что не 146-то сразу же, блин? 46, блин. Это трэш, ребят, конечно. Вообще брякнулись, что ли? Кто у них там такой баффер-то офигенный, я что-то не могу понять. Чего? А как они... Ребята, у меня Альтрона завалили уже, прикинь. И не только Альтрона, и Кроссбонса завалили. Прикинь, вот это да. Пипец какой-то просто. Ну вот как вот можно драться двумя против вот такой армии, блин? Да, конечно, завалят. Кто там стреляет-то так мощно? А, понятно, Дэдпул. Кто провокацию? Блин, жили этот Капитан Америка, блин. Все, железная чела сдула, а спасительница в ближнем бою, вообще в драке она никто.
Не звать ее никак. Конечно, ей хана. Просто Альтрона за шкирку выкинули, блин. Кроссбонса, ну, насчет Кроссбонса я даже не удивлен, ребята. Ватник, ватник, как он был, так он и остался. Хоть ты его там перекачай, все равно он будет ватник. Ну, от него спаситель вообще, и атаки у него дерьмовые. Одна только вот массовая, и все, остальное такое себе. Жаль, жаль. Придется несколько, ребята, этапов мне тогда. Несколько заходок по одному, потихонечку, потихонечку избавляться от них. Это очень много времени уйдет. Так, ну что, у нас там сфера, да? И денежная сфера должна быть, и... Так, 5 сфер. Давай открывать. 900 тысяч. Да. Ну и вот здесь вот. Давай посмотрим, что мне, каких дадут осколки. Ого. На железного человека это, конечно, хорошо, но на него очень много надо осколков. Так, шершень. Что еще тут у нас? Ну давай получить. Так, здесь мутанты. Так, припасы у нас сколько? 1141. Так, этого качаем. И этого. Электр скоро прокачается. По... А, нет, до 300. Ну да. Так, что там еще надо? Надо было нам пройти в эти. В рейды. Слушай, я не понимаю, почему здесь не меняет рейды. По мне лично, тут некоторые из них сложные. Вот, например, ну что тут вот. Кстати, я так и не посмотрел, сколько у нас на железном человеке этих 50 осколков, сколько там еще нужно, чтобы ему левел лапнуть. Да там дофига, ребят, надо. Там нужно будет дофигища. Ну давай быстрее. Так, 2,66. По-моему, здесь сейчас у нас... А, тут можно переизбрать. Ну вот так вот я сделаю. Угу. Понятно. Ну и команда, блин. Все, а ее сейчас уронят, ребят. Она не справится. Она не прокачанная вообще. Она не прокачанная вообще. Да тут смысла нету. Там дальше смысла нету. Так, ну что, забираем. Ну, забираем ежедневку. Да ты запарил ты, блин, а? $650 тысяч. Вот это бы, вот эти кредитики бы заработать. Так, значит, что у нас там? Тратить кому? Иза. Участвовать в 3 миссиях. Иза. Ну, давай. Так. Например. Так, и вот здесь вот. Все? Все. 100 кредитов на опыт. Так, нам еще нужно участвовать в 4 в рейдах. Тратить этот. Так, сейчас нам надо будет осколки найти на...
Доктора Стрэнджа. Ну, хочу как можно быстрее его прокачать, ребят. Тоже. По максималке. Еще буквально 10. Может быть, сейчас сделать? Может, найдем? Есть. Все, друзья мои, доктор Стрэндж прокачивается по максималке. Я имею в виду... О, у него и звезды-то все. Слушай, это приятно. Приятно радует. Так, доктор Стрэндж и... Кого я еще хотел? Тут можно либо этого начать прокачивать. Либо Таноса. Как бы есть выбор, либо-либо, да? Не хочет улучшаться, гаденыш, а? Сив тоже не хочет. Так, понятно с ним все. А этот? Даже этот обормот не хочет. Серси, нам бы найти одну карточку бы на тебя, и я бы тебе левел поднял бы. Крэнк. Канга тоже тут осталось немножко, ребята. По фулке качнуть. Ну что, такое ощущение, что никто не хочет, что ли? Не могу понять. Ну да. Блин, красный Халк. Этот Архангел, блин. У обоих не хватает по 20 карточек, блин. И они не выпадают. Лунного дракона тоже не могу. Красный череп, блин. Тоже не могу до сих пор открыть. Давай тогда эту. Она там нужна на одном из событий, поэтому... Тоже, как говорится, перекрыть просто фул, чтобы она была прокачана по фулке. Так. Восемьдесят, 83, 82, 85. Красбонус. Может быть, то, что у него уровень слабый, да, но... Семьдесят девятый. Просто неохота 100 кредитов тратить, блин, на нее. Гоблин. Но если выбирать между гоблином и стервятником. А где стервятник-то у меня, кстати? Вот он. Стервятник имеет 80 уровень, да? 85-й, Локи. Ну ладно, давай. Вкачаем Локи, блин, так уж и быть. И он даже подвинул Железного Человека в этом плане, да? На Железного Человека тоже, ребята, не хватает. Вот этих 22. Что там требуется уровень какой? 86-й. Угу. Так, ну что, вроде бы все потратил я, да? А, вот еще осталось здесь немножечко. Сейчас попробуем найти. На этого Альтрона. Так, и последняя попыточка. Угу. Объединить. Окей. Так, ну что, вроде бы как, друзья мои, все, да?
Больше мне пока все равно здесь сделать нечего. Сейчас заберем какую-то сферу и, в принципе, все. Так, здесь забрали, здесь забираем. И вот здесь. Ну что, получается все. Единственное, сейчас вот еще гляну, ребята, сколько нужно там на... Ну давай ты. Да прокручивайся ты, господи, блин. Вот здесь вот. Ну тут, по-моему, 163, 184. А здесь категория 16 нужна, ребят, на шмоток. То есть, если бы у меня была бы, например, спасительница прокачанная и Капитан Марвел. Ну и вместо Локи, конечно, лучше бы стервятник. Было бы круто. Такой вот команда, ребят, когда вот спасительница, пустельги, железный человек, мы бы здесь бы нормально бы начали мутить дела. Ну и враг, конечно, тут уже за 200 тысяч, я смотрю, мощей. Ну да. И а награда за полное прохождение что? А, Дармаму. Ну все. Ладно, друзья мои, на сегодня мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.